Нормально! Нормально работай! Тренер, слышь? Антох, будем жаловаться в спорткомитет на тренера? Не, не будем. Не будем? Ну ладно. Как Харламова. Ну, не как Харламова в Олимпийском комитете мучили, блин. Только Волгу мы тебе не дадим, блин. Стой! Ты мне ближе пришел на тренировку. И сидельников тоже. Как тебя, Сань, сегодня пустят на работу? Иван Викторович, на тебя Романов жалуется. Что говорит? Жалобу ну, будет писать, чувак, чтобы ему как Харламову Волгу дали. Ему сейчас Чебаркулеву отправят, а Харламову. Слышал? Тебя в Чебаркуль отправляют. В Чебаркуль поедешь. Корову хвосты крутить. Вот. Ну а сейчас не мили, вы шланги как-то.